колени. Прямую спину под 45 градусов. Ладони на колени. Разминаем шею. Головой вниз, вверх. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Наклоны вправо, влево. 2, 3, 4. Больше отмену, тянем шею максимально. 7, 8. Повороты через правое плечо, через левое. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Лопатки свели плечи, развели. Свели лопатки и развели плечи. 4, 5. Спокойное дыхание. 6, 7, 8. Отлично, следующее упражнение. Правым плечом касаемся левой колена и наоборот. Хорошо. 2. Чуть побыстрее. 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Присели и наклонились. Присели, наклонились во время поклона. Спина прямая. Тянемся вперед, макушка головы вперед, вперед назад и немного растягиваем мышцы спины. 5, 6, 7, 8. И выпады в правую сторону, в левую сторону. Вправо, влево. Вместе с пузырькой заканчиваем. Разворачивайте бедра. Подготовьте мышцы ног. Стоп. А теперь фронтальная стойка. И мы начинаем. Разогрев в стиле бокса. Руки боевая позиция, ноги фронтальная. И поработаем бокс. Прямые удары. Прямо правой, левой. Прямо, левой. Итак, джеб-кросс, поехали. Давай через пружинку. Обрати внимание на стопу. Подкрути немножко стопу, пятку вверх. Пружинь. Разверни чуть бедром. Руки выноси вперед. Атака двумя костяшками. Образ головы в район челюсти. Хорошо. Помоги плечами. Напряги живот. Ягодицы. Но при этом дыхание спокойно. На удар, выдох. Очень важно дышать правильно. Дышим. На удар, выдох, выдох. Хорошо. Живот напряжен. Мышцы кора включены. Отлично. И давай немного скорость и чуть быстрее. Хорошо, погреемся. Поднимем пульс. Давай. Бей. 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 Хорошо. Следующий удар. Мы готовимся. Следующий у нас удар будет пуп. Справа и слева. Через 3, 2, 1. Подготовимся. Я сажу. И 3, 2, 1. Пуп. Сбоку. Боковые удары. В область головы в районе челюсти также. Наноси удар. Сбоку. Бей. Прежде всего мы сражаемся с самим собой. Дорогие друзья, мы побеждаем свою лень. Мы стремимся к совершенству. Поменяем свое тело, свое сознание, свою жизнь. Делали ее ярче, интереснее. И в этом нам помогают единоборства. Мощь, сила, характер. Все здесь соединено. И, конечно же, отличные, интересные удары, которые можно будет использовать для самообороны. Еще чуть-чуть, после этого мы с вами перейдем к ударам. Апперкот снизу. 3, 2, 1. И снизу. Хорошо. Немножко подкрути также стопу. 9. Область головы в районе челюсти. Вот это место нас интересует. Работаем с образом. Представь точку, увидь ее. Нанеси туда удар. Хорошо. Дышим. Мышцы живота напряжены, ягодицы напряжены.
Хорошо, отлично. Еще немножко греемся, восстанавливаемся. Самые простые удары. Мы сегодня с вами разрушим, у нас берем. Хорошо. Еще немножко, после этого мы с вами перетекаем плавно. Мой тайм. И поработаем. Очень мощными локтями. Также область головы и челюсти. Приготовимся. 3, 2, 1. И локоть. Раскрыть ладонь. Напрягли пальцы. Замах. Амплитуды больше. Взгляд прямо. Видим цель. Наносим атаку сверху вниз. Отлично. Команда, хорошо работаете. Если вы не попадаете, ничего страшного нет. Потихоньку присоединяйтесь. Учите, смотрите. С каждым уроком, с каждой тренировкой ваши удары будут становиться лучше. Предела совершенства нет. Помните это. Ну, а те, кто работает со мной в команде сейчас, очень мне нравится, что техника улучшается. Результаты видны, работы колоссальные. Отдельное уважение тем людям, которые сейчас за моей спиной не останавливаются вместе с нами, работают. И еще чуть-чуть добавим скорость. Немного. Хорошо? 3, 2, 1. Хорошо. Молодцы. Отдохнули. Помните, девочки, немножко перевели дыхание. Продышались, остановились. Наша задача понять курс. И подготовить тело к пику. Тренировка начинается тогда, когда нам становится тяжело. Мы выходим над уровнем с собой. Правая сторона, стойка. Поработаем. Простые удары. 3 прямых. С выходом вперед. Сокращаем дистанцию с противником и наносим 3 джеба. Джеб, джеб, джеб. Обратите внимание на ноги, а назад сами ноги. 1, 2, 3. Кросс. Вперед, джеб. Назад, кросс. Хорошо, вместе. И еще раз медленно. Джеб, кросс. Хорошо, скорость плюс. 3, 3, 2, 1. Дышим. Живот по-прежнему. Мышцы живота напряжены. Ягодицы напряжены, дыхание. Спокойно. На выдох. Давай вместе с нами. Прибавим скорость. Давай. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Хорошо. Поменяли стойку. И то же самое мы проделываем в левосторонней стойке. Медленно вместе со мной. 3 шага джеба вперед. На шаге кросс. Команда, вы готовы? Да! Отлично, погнали. 1, 2, 3. Назад. Джеб, кросс. Вперед, джеб. Кросс. Давай немножко вперед плечо. На дальнюю дистанцию и туда. Разверни, подкрути. Еще бедра. Давай скорость. Плюс. 2, 3, 3, 2, 1. Умнички, давай. Не отдыхай, дыши. Еще. Все хорошо, все получается. Все отлично. И стоять. Главное действовать. Бей. Бей. Пошли. Удары. В область головы, в районе челюсти. Пошли. И еще один раз. Одну дорожку. 1, 2, 3. И 3, 2, 1. Хорошо, отлично. Переводим дыхание и готовимся к следующей серии. Буквально 5 секунд, пока отдыхает моя команда. Можно передохнуть вам. Набраться сил для новой связки. Мы с вами проработали еще одну связку руками. Соединим 4 удара, которые мы с вами прошли. И перейдем к разогреву мышц ног. Итак, фронтальная стойка в ноль. Несложная комбинация. Чередуем руки в боевой позиции. Правый джеб, левый пук, правый перпок. И удар локтем сверху. Еще раз. Вместе. И давай чуть-чуть без остановки. А теперь побоксируем. Немножко адаптированные удары по
поистине, с большей интенсивностью и с более лучшей техникой. Мы адаптируем это под фитнес, я напоминаю, и профессиональные спортсмены могут просто немножко с нами погреться и улучшить свои удары. Хорошо, отлично. А теперь мы поменяем руки и поработаем. Левой рукой джеб, правой боковой, левой рукой апперкот и правой удар локтем. 3, 2, 1. Поехали медленно. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Очень простая связка сегодня. Вообще все связки будут очень простые. Еще никакой сложности. Уровень для начинающих. Для тех, кто хочет присоединиться к нашему движению Body Fight Balance. Потихоньку работаем связкой четверки для запоминания. Мы это проверили. И скорость добавим. Давай. Body Fight, команда. Немножко скорость плюс. И давайте удары. Немножко добавим силу. Чувствуем мощь своего тела, своих мышц. И атакуем. Отлично. Еще чуть-чуть. И еще один. Бах! Отдохнем немножко. Отлично. Отлично. Буквально 5-10 секунд отдохнем, остановим дыхание. Как останавливать дыхание, один из способов, я вам покажу. Моя команда, которая за кадром тоже вместе может выполнить. Выдыхаем. Поднимаем руки вверх. На 4, 1, 2, 3, 4. Без задержки. Выдыхаем. Носом вдыхаем. Без задержки выдыхаем. Отлично. Боевая позиция. Правая нога. Наша задача. Немножко погреем мышцу ног. Разворот. Задача колено перекинуть через небольшой стульчик детки и вернуть обратно. Рука в это время уходит к бедру. Небольшой рельеф для того, чтобы держать равновесие. Итак, 3, 2, 1 вместе. 1. Правая нога. Работает только правая. 2. Хорошо. Молодцы. 3. Отлично. 4. Хорошо. 5. На опорной ноге мы немножко прокручиваемся и возвращаемся обратно. Бедра работают. Меняем стойку. Левая нога. И 1. 2. И так далее. Стараемся держать равновесие. Немножко потяните мышцы. Оп. 1. 2. 3. Отлично. То же самое, правая нога, только теперь мы раскроем голень. Удар, лоу-ки, раскрываем голень, выносим вперед. Вместе со мной 3, 2, 1, и медленно. 1, 2, 3, хорошо, держи равновесие. Раскрываем ногу, рука, левец, мышцы живота, ягодицы напряжены. 3, 2, 1. Левая нога сразу медленно. 3. 2. 1. И вместе со мной под музыку. 3, 2, 1. Медленно. 8. Хорошо. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Умнички, отлично справились. И теперь пойдет у нас более интенсивные удары на уровень повыше. Это был уровень ниже. Теперь мы поднимемся на средний уровень. И поработаем фронт-кик, прямой удар. Для тех, кто никогда не выполнял этот удар, представьте, что ваша цель, ваша задача, ну, поработать образом. Открыть стопой дверь. Колено выносим вперед. И стопой открываем дверь. Руку при этом опускаем на бедро. Попробуем вместе. Ничего сложного. 3, 2, 1. И. Молодцы. Левая. Пара по очереди. Правая. Левая. Правая. Отлично. А теперь. Еще. И скорость плюс. 1. 2. Надо еще 2 удара. 3. И сильно высоко. 4. Так, удалите немножко бедрами, поработайте бедрами. Вот так. Хорошо.
Кого на тебе время помогать, напряги ты пресс и ягодицы. Хорошо. Три, два, один. Отлично. Супер. Отлично. Очень сильная команда, которой я горжусь за моими плечами. Это мужественные, сильные бодифайщики, красавицы, которые не сдаются. Никто из них еще не упал, они держатся. Молодцы, девочки. Отлично. Следующий удар. Мы поработаем колени. Уйдем в муай-тай. Имитируем захват за голову соперника. Немножко подтягиваем к себе и наносим мощный, сильный удар коленом в голову, здоровый край челюсти. Руки при этом уходят в беду. С правой ноги. Три, два, один. Удар. Удар. Хорошо. Отлично. Давай. Не отдыхай. Помните, что ноги занимают очень много энергетических сил. Работа над ними, она непростая, она очень эффективная. Поэтому карате, кикбокс, айсбокс шикарное подспорье тем, кто хочет привести свою фигуру в идеальное состояние за короткие сроки. И три, два, один. Пока вы отдыхаете, и вы, дорогие друзья, мы готовимся к следующему удару. Следующий удар мы будем наносить правую и левую сторону. Сайки. Руки поймают позицию. Я покажу. Продемонстрирую удар. Колено будет выносить. Поднимать как можно выше. И при помощи тазобедренного сустава выносить удар в сторону. Подтягивайте, ставить обратно. Попробуем вместе. Три, два, один. Один. Посмотрите обязательно. Теперь левая нога. Два. Посмотрите, куда вы идете. Три. Посмотрели. Ударили. Я смотрю на вас. А вы смотрите на соперника. Удар в область коленного сустава ребром стопы и пяткой. Немножко наклоните корпус, снимите нагрузку с позвоночника. Дышите. Хорошо. Рука помогает. Уходит на уровень. Раз, двое, еще. И три. Давайте еще чуть-чуть. Два. Хорошо. Один. Отлично. А вот теперь я уже немножко отдохну. Буквально 10 секунд. Отдыха. Продышались. Давайте вместе со мной восстановим дыхание. На 4 счета. Поднимаем руки, вдыхаем. Носом. Выдыхаем ртом. Дыхание не задерживаем. Вдох. И без задержки мягко выдыхаем. Носом вдох. 1, 2, 3, 4. Сразу без задержки выдох. 1, 2, 3, 4. И еще один раз медленно. 1, 2, 3, 4. Без задержки. 1, 2, 3, 4. Один из способов восстановить дыхание, привести свое состояние в норму как можно быстрее. Перейдем дальше. Самым интересным. Поработаем интенсивочка ногами. Итак, мы с вами сейчас включаемся. Работает правая, левая нога. Колени. Имитируем захват и без остановки. Один, два, три, четыре. Мы уже начали. А ты обязательно подключайся. Хорошо. Вот так. Давай теперь чуть-чуть скорость добавим. Плюс скорость. Хорошо, отлично. Чувствуете, почувствуете, как вы проводите удар. Почувствуйте себя бойцом. Муай-тай. Тайского бокса. Хорошо. Отлично. И еще немного. 4, 3, 2, 1. Отлично. Руки боевая позиция. И здесь можно восстановить дыхание. И приготовить следующую работу. Без остановки. Нон-стоп. Правый фронт-кик. Левый фронт-кик. 3, 2, 1. Давайте еще два удара. Два. Три. Четыре. Спокойно. Пять. Хорошо. Дыши. Дыши спокойно. Восемь. Еще чуть-чуть. Три. Два. Один. Отлично. Хорошо. Продышали.
дышались. А теперь готовься к следующему удару. Руки, боевая позиция. И нас ждут сайдкик. Удар сайдкик в сторону. Заносим колено как можно выше и наносим удар в сторону. Потянули, вернули обратно. Тут же в другую сторону тоже самое. Корпус немножко наклоните. Снимите нагрузку с позвоночника. 3, 2, 1. Второй вместе. 1, 2, 3, 4. Продолжаем. И давай. Чуть скорость плюс. Хорошо. Хорошо. Не останавливайся. Улыбнись. Посмотри на себя в зеркало, если можешь. А если нет, улыбнись для настроения. И продолжай совершенствоваться. Будь сильным. 3. 2. Отлично. Отлично. Я аплодирую тем, кто смог это выполнить. Сильные люди, те, которые не сдаются, сильными не рождаются, сильными становятся. Итак, поработаем. Руки-ноги. Команда, что скажешь? Готовы? Да! Тихо, да? Говорят, тихо, они выкрикнули, вам, наверное, не слышно. Я повторю вопрос. И вы тоже отвечаете. Кричите громче. Снимите стресс. Команда, вы готовы? Да! Да! Супер. Отлично. Боевая позиция. Фронтальный стойка. Соединим руки-ноги. И правый прямой. Левый боковой. Правый снизу. Левый локоть. Тут же колено. Правый. Фронт-кик. Левый. И сайд-кик правый. Чередуем. Правая-левая, правая-левая. С ногами то же самое. Все удары, которые мы сегодня с вами изучим. Самая непростейшая связка, но эффективная. Мы уже мокрые. Дыхание зашкаливает, пульс на пределе. Что и требовалось. Приготовились. 3, 2, 1. С правой руки. Прямой. Джеб. Хук. Снизу. Локоть. Локоть. Левая. Кромки. Правая. Сайди. Прямой. Боковой. Снизу. Локоть. Колено. Кромки. Сайди. Унище. Правая. Левая. Правая. Левая. Правая. Левая. Правая. Рука. Правая. Левая. А давай скорость. Один. Чуть побыстрее. Еще. Со мной вместе. Один. Два. Три. Еще. И еще один раз. Давай скорость. Шестка. Пам. 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 А теперь медленно. В другой руке. Левая. Прямой. Правая. Боковой. Левая снизу. Правая локоть. Левая колено. Правая. Хоп-кик. Левая. Сайд-кик. Левая. Правая. Левая. Правая. Левая. Правая. Левая. Левая. Правая. Еще один раз медленно. И добавим немного скорости. Левая. Поехали. Давай вместе. Один. Два. Три. Давай. Бей. А теперь нужно бить левая. Бей, 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 левая. Еще три. Два. Один. Друзья, мы продолжим. Ну, на этом наша ударная техника боевых искусств закончена. Мы рады, что вы были с нами в прямом эфире. Спасибо каждому из вас, что уделяете внимание, заботитесь о своем здоровье, поддерживаете наш проект.